уже одна поза вызывает рев оваций в зале. Всего-навсего одна маленькая ошибочка. И, по-моему, можно уже с уверенностью говорить, что это было выступление абсолютной чемпионки России 2000. Что Алина сможет дать интервью для нашего канала. Конечно же, сейчас ее окружили маленькие дети в надежде получить автограф, журналисты, услышать первое слово после выступления и так далее. Но мы тоже терпеливо ждем. Я уже вижу Алину рядом с Василием Соловьевым. Пожалуйста, Василий. Такая череда гостей из звездных, но ты самая звездная, 100%. Я тебя поздравляю, вне зависимости от результата. Ты сама как, довольна? Да, очень довольна. Я рада, что я выступала именно на чемпионате России. Очень довольна, что очень много зрителей, потому что те два дня вообще очень было мало народу. Я очень довольна на самом деле. Спасибо, что любят художественную гимнастику. Так много, по-моему, в России не было еще или как? Кстати, на российских соревнованиях это первый раз. Когда гран-при, конечно, намного больше людей, но в России без рекламы. Я думаю, что это очень много народу для художественной гимнастики. Ну а ты бы чем объяснила то, что так много зрителей? Ну, наверное, во-первых, новые правила, хорошие гимнастки в России, например, как Ира Чащина, как я там, как Лисана Стяжева. Очень много хороших гимнастов. Понятно. Вот новые правила, это, видимо, тема сезона, да? У тебя как, что-то изменилось в организме от этих новых правил? Говоря, стало намного интереснее работать. И я очень рада, что гимнастика идет вперед, потому что те правила были намного легче. И, конечно, тяжело было в них вступать, но ничего, получается пока. Вот интересно, ты говоришь, что работать стало интереснее. Тут такой вопрос. Вот Юля Барсукова выиграла Олимпийские игры и отошла от гимнастики, занимается вообще прям, ну, другим делом, тем самым фигурным катанием. А тебе нет такой маленькой зависти заняться чем-нибудь другим? Нет, абсолютно нет, потому что она молодец, она все сделала для гимнастики художественной. Она выиграла Олимпийские игры, поддержала меня в этот трудный момент. А у меня еще не осуществилась моя цель — Олимпийские игры. И я думаю, что если я доживу, будет здоровье и успех, то в Греции, конечно, хочу выступать на Олимпийских играх. А я знаю, у тебя тут очень было интересное занятие. Ты в Японии в фильме снималась, это правда? Да, я снималась в фильме довольно удачно. У меня было там две роли, но я в эпизодах снималась, правда. Всем понравилось очень, и очень хорошо встречали, как настоящую голливудскую звезду, это точно. А кого же ты играла-то? Ну, там сначала я свою роль играла, как гимнастку, а потом наподобие как ниндзя, что ли, каратистка, я не поняла так, но очень интересно было. Не поняла, но сыграла замечательно. Понятно, но у тебя там без слов получается, да, все, только ноги? Конечно. Хорошо, еще вот у тебя сейчас, мы все смотрим такими фрагментами этот ролик рекламный, да. Что-то еще, какая-то работа такая намечается, или ты сейчас занята только гимнастикой? Не, вообще они обещали летом еще снять другой ролик. Посмотрим, конечно, но вообще должен быть. Что ж, удачи. Входит Алейсан Утяшева.
А через одну гимнастку после нее мы будем наблюдать последнее выступление на сегодня Ирины Чащиной. Для Асяна Утяшева почти все свои композиции начинает с таких вот нереальных позах, которые демонстрируют ее отличные природные данные. Ну, отлично, по-моему, Ляйсян может быть довольна своим последним выступлением и в особенность московского центра, потому что у всех девушек в этом центре между собой очень хорошие отношения. Наверное, это единственный способ нормально жить, нормально и просто-напросто выживать вдалеке от дома и тренироваться в таких сложных условиях. И давайте все-таки посмотрим упражнение с мячом Олеси Ашаевой. Вы видите, для Иры тоже, специально для Иры сшили такие оригинальные костюмы с юбочкой. Вот здесь вот даже я вижу бахрому. Thank you.
прекрасно. Сложнейший элемент в финале выполнен безукоризненно. И в остальном все тоже замечательно. Серебряная медалистка чемпионата мира среди девушек этого года завершает финальные соревнования абсолютного первенства чемпионата России сейчас.